В Брестской области продолжается выдвижение кандидатов, делегаты Всебелорусского народного собрания от общественных организаций и гражданского общества. Сегодня с кандидатами для участия в работе высокого политического форума определилась областная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин». С подробностями наши корреспонденты. Прежде чем приступить к выдвижению кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания, в областной организации Белорусского союза женщин выбрали нового председателя правления. Им стала директор регионального центра правовой информации Брестской области Инна Савинок. Валентина Пух сложила полномочия в связи с избранием ее депутатом в Палату представителей национального собрания. Одним из главных вопросов конференции стало выдвижение кандидатов для участия в работе Всебелорусского народного собрания. До этого кандидатуры были предложены первичными организациями, а уже на областном уровне проходит согласование и окончательное выдвижение. Приятно то, что среди этих кандидатур, конечно, представлены разные категории женщин, разных направлений деятельности, в том числе и молодежь. Это тоже очень важно. Ну а территориально, регионально для нас также было принципиально важно рассмотреть, чтобы женщины были представлены с разных регионов. С областного центра, с Полесья нашего, нашей Брещины, с более крупных и также в том числе и с маленьких регионов, чтобы все могли иметь возможность в дальнейшем и работать с нашей общественностью, наши уже делегаты, ну и, соответственно, представлять наши интересы. Всего от Брестской областной организации Союза женщин выдвинуто 10 кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Обновленная Конституция ввела такой высший представительный орган в нашем государстве, как Всебелорусское народное собрание. И иметь честь представлять Брестский регион, Брестскую областную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин» от гражданского общества – это очень высокая честь, которая мне оказана. Сам «Белорусский союз женщин», скажем так, это, наверное, олицетворение самой женщины, поэтому в первую очередь хочется, конечно же, принести именно с союзом женщин это созидание, процветание нашей страны, это доброту, любовь, мир, благополучие для нашей страны. Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания будет проходить до 31 марта, а их выборы Центр избирком назначил на период с 1 по 10 апреля. Юрий Печур, Людмила Салзина, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».